Всех приветствую, меня зовут Лара, я выпускница 9 потока школы Никиты Бурлакова. При обучении я получила очень много полезного для себя. Получила теорию через видеоуроки, через онлайн-лекции, что очень удобно. Всегда была возможность получить ответы на любые свои вопросы. Ну и, конечно же, практики. Практики здесь разнообразные, очень интересные. И заходили в эти практики с позиции слипера и с позиции гипнолога, что дало более глубокое понимание материала. Ну и, конечно же, хочу сказать про сопровождение кураторов. Это очень-очень важно, потому что такая тесная взаимосвязь с ними. Всегда получали своевременно, быстро ту помощь, которую мы хотели, то есть информационную помощь. В любое время суток порой возникало такое впечатление, что кураторы не спят и всегда на связи, за что им большое спасибо. И, конечно, здорово, что все домашние задания мы вели под запись, что дало возможность тщательной проверки выполнения наших сеансов и, конечно же, получали обратную связь с четкими конкретными рекомендациями, советами. Модули и практики, которые мы проходили, они очень эффективны, очень действенны, и их можно применять в жизни для проработки себя, для проработки других людей, клиентов, чтобы помочь разобраться в себе, проработать какие-то негативные программы, ну и так далее. Мне очень, например, понравилась проработка негативных программ, чистка биополя человека. Все практики были очень интересными. Сейчас, говоря о чистке биополя, мне помимо того, что идет работа по очищению, здесь также получаем информацию, да, точнее ответы на вопросы, на что подцепилась и что делать, чтобы больше этого не повторить. На мой взгляд, это очень важно, потому что узнаем причину возникновения этого, ну, этой трудности, и далее предупреждаем это путем того, что узнаем совет, как не повторить это в последующем. Также очень хорошо, что была возможность просматривать сеансы других участников группы, и при просмотре начинаешь понимать основную причину, почему возникают такие ситуации с людьми. И по моим наблюдениям, например, в основном основная причина многих подключек – это негативность самого клиента, негативное эмоционирование. И на опыте других приходит более такое глубокое понимание при наблюдении вот этих сеансов. И одно дело – это знать по книжкам, там где-то прочитать, что это плохо, отрицательно реагировать на ситуацию, а другое дело, когда ты видишь на практике реальных людей, у которых проявляются какие-то моменты, что стало причиной для каких-то нехороших последствий. Это как бы другое дело, когда ты видишь это на практике. То есть начинаешь понимать больше в этом плане. Я очень рада, что мне довелось учиться в этой школе. Я намерена учиться дальше. Я в настоящий момент продолжаю обучаться. И очень хороший бонус, что по завершении обучения можно участвовать в лаборатории. В данный момент там работа кипит. Это возможность закрепить полученные знания и как-то практиковать. За что большое спасибо, Никита, вам. В целом в школе очень бережное отношение к каждому ученику. То есть, конечно же, знания в первую очередь, знания, практики. Это само собой разумеющееся уже здесь, в этой школе. Но и также очень бережно и очень доброжелательно относится к каждому студенту. Еще раз благодарю Никиту, благодарю школу, благодарю всех наших любимых кураторов, благодарю всех невидимых сотрудников школы, которые занимались своей работой. Школе желаю процветания, чтобы у вас было много-много студентов, чтобы вы расширялись по всему миру, возможно, в будущем и за пределами Земли.
Спасибо за внимание.